Всем привет, друзья! Сегодня сделаем статодинамическую тренировку на мышцы кора. Мы будем делать по 10 секунд. Быстрые сокращения, медленные сокращения и статическую нагрузку. После этого 10 секунд перерыв и смена упражнения. Поехали! Первая лодочка. Боковой пресс. Ложимся на бок, прижимаем руку к голове, другую руку упираем вниз. И поднимаем руки-ноги. Хорошо. Меняем сторону. Супермен, нажимать. Хорошо. И теперь делаем то же самое, только в обратном порядке. Сначала статику, и потом сокращение. Медленный. Смена.
перезапутался. Тренировка, друзья. Как обычно, таких кругов делаем от 3 до 6 и укрепляем наши мышцы кора, потому что они не только стабилизируют наше тело в пространстве, но и считается, что является энергетическим центром хара. Хорошо. Тренируйтесь с умом, друзья. Будьте здоровы. Всем мир.